запоют поближе, да, только тут. Праведницы, давайте сияться, мироносите жены, утром глубоко, Христа на траву живодавца, обретошен ему, на тоне сидяща, и только нечаще, птице на гоше, что ищите живого светами, что плачете неплена голове. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся, упокои душу усопших рабов Божиих всех, где лежащих и повсюду православных христиан, усопших в надежде воскресения жизни вечной. Боже же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Якогда Господь Бог нас ученик души, и те же все праведные упокоеваются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духовный всякий, плоть и смерть, по славу дьявола, упразднив же от мира, утомил даровавый, там, Господи, упокой души усопших рабов Твоих, всех здесь лежащих и повсюду православных христиан, усопших надежды воскресения жизни, вечной, вместе светлой, вместе злачней, вместе покойнее. Отнюдь же движение болезни, печали, воздыхания и всякое согрешение, содеянное ими словом, делом или помышлением, яко благи человека, любишь Бог, прости. Я конец человека же будет и не согрешит, ты об один кроме греха. И правда твоя, правда во веки, и слово твое истина. Яко ты есть и воскресение жизни, покой усопших раб твоих, Христе Божий наш, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем и пресвятым Богим и творящим твоим духом, ныне пресно и во веки веков. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабом твоим, всем здесь лежащим
и повсюду православным христианам усопшим надежде воскресения жизни вечной и сотворим вечную воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вот где мы были на первом кладбище, это издание было, где это старообрядческое кладбище. А где сейчас стоим, это православное. Называлось оно мирское. Так называли старообрядцы, называли православных мирским. Вот. И разделение было очень строго, это блюли. Кто умер, где похоронить, на том или на другом кладбище. И когда вот дни поминовения, то собирались каждый старообрядцы, и там молятся, православные здесь. Но когда помолились, тогда уже вместе идут поминать. Было так, да. Но разделяли, даже если иногда возникали споры. Ну, жила, допустим, православная она была, а потом присоединилась к старообрядцам. И когда умирала, то даже возникали споры, где хоронить, на каком кладбище. Те говорят, она больше была у нас и родилась в православной. А старообрядцы говорят, она умерла в нашей вере, поэтому должна на нашем кладбище лежать. Вот так было. А был однажды человек, откуда-то он пришлый был, это отец рассказывал, татарин или кто-то. Вот. Хороший, говорит, был человек, нанимали его, он пас коров. Плохого человека никогда не нанимали пасти. Даже если, говорит, он был, значит, ну, там, сквернословил, матерщинник, то старались такого человека не нанимать. Вот. И когда он умер, говорит, то его на кладбище ни эти, ни другие не пустили. Его похоронили где-то вот там, вот на бугорке, вот за теми березами. Похоронили там его, говорит. Вот. Но ни те, ни другие на свое кладбище его не пустили. А когда он был, то коров пас и тех, и других. Да. Хороший, говорит, был человек, вот, а умер ни на это, ни на другое кладбище нет. Вот так были люди. А старообрядцы были в основном беспоповцы, кержаки, кержатского толка у нас, так называют. Центр был на Урывке. Всех там был специально дедушка пацан, всех крестил только полным погружением. Ни одного, как сейчас в храмах там помочить голову не было. Полным погружением только крестил. И когда потом кто-то обращался, присоединялись, то уже дополняли священники, только делали миропомазание. Потому что крестил, можно сказать, мирянин. Вот так вот люди тогда жили здесь. Вот, потому что Потеряевка основана 1818 года. Было. Вот сколько лет было. Ну все, идем. Мы сейчас в Корчино ездили.